А вот Россия погубит толерантность, вот Амир пишет. Владимир, какое общество? Все сами по себе, все со всеми воюют, живут диаспорами, вопросы решают диаспорами. А русские вообще друг друга не поддерживают. Амир говорит, не могу, к сожалению, дозвониться. Слушайте, вам хочется минуту славы. Хрен вы ее получите. Раз. Второй момент. Вот эти все высокопары рассуждения о русских всегда заканчиваются. Знаете, так многим казалось. Еще раз говорю, спросите у чеченцев 90-х, им тоже казалось, что русского медведя можно легко дразнить, и он вообще ничего не значит, и мы здесь будем править, и мы поставим Россию на колени. Запомните, русский мужик медленно запрягает, но быстро ездит. И нет ничего страшнее, чем вставший на дыбы русский медведь. Его надо долго выводить из себя, очень долго, а потом не остановить. Только потом, Амир, стенать будет поздно. И это надо четко понимать сейчас. Сейчас. Потому что то, что вы думаете, какие вы гордые и замечательные воины, запомните, не было ни одной войны, ни одной, которую русские бы проиграли. Да, в исторической перспективе они могли потерпеть поражение в крымских баталиях. Их могли 100 с лишним лет топтать татары-монголы. Но они терпели, 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 собирались, сосредотачивались и могли проиграть японцам временные баталии. Это те народы воспринимали это как войны и победы, а русские воспринимали это как очередной этап сражений. А потом возвращались и приносили такое, что те народы умывались кровавой юшкой и жалели, что подняли руку на Россию. Об этом всегда надо помнить. Очень большой народ и очень-очень терпеливый, но воевать умеющий. И, конечно, тут же классический вопль Амира. Ну, знаешь, классический. Я люблю русских, у меня жена русская. Я не люблю, когда мусульман и христиан в прямом эфире стравливают иудеи. Амир, христиан и мусульман в прямом эфире не стравливают иудеи. Научитесь вести себя прилично. А фразу про «люблю русских» – да ладно, уж скажите правду. Мы же помним, что и у пророка была жена христианка. Поэтому вся ваша любовь придержите при себе. Извольте просто уважать народ, который вас принял в городе-герое Москвы.